Привет, мои дорогие! Рада вас всех приветствовать! Вы сегодня у меня на кухне. Знаете, утром сегодня проснулась и думала, что бы мне такого вкусного, интересного приготовить. И вот решила приготовить сегодня пиццу. Ну, пицца, я хочу сказать, очень простая, из простых продуктов, ребята. Так что, девчонки, кто желает, могу научить очень быстро. Самое главное здесь наше дрожжевое тесто. Помните, когда я показывала, как я там пекла булочки? Но я немножко позже напишу вам внизу, как его делать. Сверху вы ложите все, что вам угодно. Значит, прежде всего ложим кетчуп, намазываем. Затем у нас идет колбаска, мяско. Что у вас есть? Грибочки. Я положила сегодня, значит, яичко сварила, 3 яйца. Вот на вот эту пиццу и просто сверху покрошила. Потом майонезик, затем добавлю сырок и в духовочку на полчаса, значит, и пицца наша будет готова. Очень просто, быстро и бюджетно, что интересно. Так что, кому понравится моя пицца, ставим лайки, подписываемся. Я и дальше буду вам что-нибудь показывать из того, что я готовлю на своей кухне. Ребята, всем здоровья, берегите себя, сидите дома, не ходите в большие скопления людей. Давайте посидим, давайте сделаем так, чтобы быстрее этот вирус прошел и у нас все было хорошо. Мы были все здоровы, здоровы наши дети, здоровы наши семьи. Я вас всех люблю и желаю вам мира и добра. А я была сегодня с вами на своей кухне. А вот и наша красавица уже в готовом виде. Так что приятного всем аппетита. Так, ребятки, такая пицца сегодня у меня получилась. Всем хорошего дня. Кому понравился рецепт, подписывайтесь. Берите себе на заметку. Я прощаюсь с вами. До свидания.